привет, дорогие наши зрители, подписчики канала на это. Куда ты полезла, Гердыч? Герда, эй! Дай мне красный обувь. Куда ты полезла? Гляньте, гляньте. Пакет своей мордахой. Владик, иди сюда. А то сейчас Герда в пакет залезет. Этот арбуз. Вероника? Привет. Это не арбуз, Вероника. Ты знаешь, что это? Не знаю. Что это называется? Это ананас. Ну да, конечно. Так, начинаем мы наш влог сегодня с покупки продуктов. С утра у нас у Илюши была тренировка. Илья уже там... Всем привет. Илья у нас сегодня красавчик, да, Илья? Сколько мячей забил? Будем оформим. Четыре. Молодец. Вероника, потише, пожалуйста. Можно не перебивать? Арбуз и дыня. У меня и арбуз, и дыня. Умница просто сегодня ты у нас, да? Так, я сходила в магазин, купила что домой. Нужно домой? То, что нужно было. Короче, зашла, взяла картошки. Это у нас уже маленький магазинчик здесь около дома, потому что вообще мне там нравится. Выбор большой. Ну, то есть есть все из овощей особенно. Ну, и цены такие приемлемые, скажем так, так, конечно, кабачков. И кочан капусты. Какой кочан? Где кочан? Купила также ливерные колбасы. Я тысячу лет не ела ливерные колбасы. А я уже ели. Люди брали, мне так захотелось. Думаю, блин, сколько я вообще не брала ее. Я свои не люблю, мне иногда так, ну что, мне так захотелось. 15 яиц, я знаю, там на пашточке поштучно имею в виду, то есть там сколько-то за десяток. Смотри, какой штучек. Граммофон мама купила. Кого? Граммофон. Батон. Спасибо, что мне купила новый красивый домов. Так, молоко. Это зашла, это было в магните. Магнит закрывается на ремонт, который у нас был дома, получается, на сколько там, 7 по 11 число. Это, конечно, не милость, потому что это ближайший магазин из таких, я имею в виду. Мама, конфетки. Где ты конфетки видишь, Вероник? На, кушай, будешь? Угу. Кошкам корм на развес. Это вообще собаки. Вообще-то это кошки, Вероника. А-а-а. Так, фарш. Фарш мне тоже очень нравится. Я его беру в одном месте постоянно. У нас там палочка куриный дворик. И фарш там неплохой. Видишь, что он сегодня как-то замороженный у них. У нас с утра привезли свежий, поэтому еще уже это морозилки замораживали. Так, фарш. Ой, фарш, господи. Фарш! Йогурты, детка. Да, что у нас тут? Фасоль. Фасоль я купила две баночки. Это для супа. Сейчас буду варить. Фасолевый суп. Так, что тут еще есть, Вероник? Доставай, что там еще есть. Колбаса любительская. Два пакетика, это собаки как раз, два пакетика собаки взяла чаки. Сейчас мне сейчас мы покормить ее. Нет у нас размороженного мяса для нее. Шоколад какая. Какая-то шоколад. Вера, ты издеваешься надо мной? Мыло хозяйственное. Так, и что у нас тут осталось, получается? Сыр полутвердый по-шихонски. Это я уже купила вкус Вилли. А, да, также себе купила творог, забыла про него. Творог домашний, тоже, ну, точно с зеленым ценником, потому что по скидке у них идет. И что, 36,60, хлеб бездрожжевой, его очень сильно хвалят, я не знаю, читали. Он такой маленький. И решили взять попробовать, что это вообще такое, и с чем это едят. Так, что ты там вынюхиваешь, не могу понять, что ты там вынюхиваешь? Так, все, накормить животных. Сейчас буду кормить тебя, животное мое. Иди, заплетайся. Мам, дай мне шоколадку. Ай, Вероника, это... Моя шоколадка обуза. Где ты шоколадку видишь? Вон, ой. Вероника вас ходит с ума, называется. А-а-а. Так, все, убираю. Мама, можно один девочек? Можно, сейчас, подожди, пожалуйста, минуточку. Ладно, сейчас будет можно, сейчас. Слава богу, что я сходила в магазин с утра. Потому что иначе бы сейчас просто было бы пипец. Смотрите, что у нас происходит за окном. Вау. Все, закрываю. Нафиг. Прямо дует аж с каплями сюда.
задувает ветер ужасный, дождь поливает. О, блин, надо, наверное, вообще закрыться. У меня, знаете, уже есть подоконник в этом, в каплях. Ветер дует, сразу все сюда летит. Так, я готовлю суп. Суп прислала фасолевый. Так, называется морковку. Фасолевую морковку, лук и, в принципе, все. Суп будет готов. Давай, лопай. Чуть-чуть осталось совсем, молодцы. Илья, трогай собаку. Мам, кстати, кушаем. А вы снимали, что первый час ночи, а уже у нас пожар. Да, снимали. Пожар, да, был. Вообще. В общаге. Как караул какой-то. В общаге такой. Люди такие. Нормальные там люди живут. Там много нормальных людей живет. Не надо иллюзий. Там мало очень живут. Нормальные там люди живут. Все люди нормальные. Просто у кого-то какие-то жизненные ситуации. Ну и, конечно, алкашей там тоже хватает. Ладик, что с тобой сегодня вообще происходит? Давай, да, не разговаривать во время еды. Давай готовь и сядь хорошо. Спасибо. Ты не доел? Да. Тут еще две ложки у тебя целых. Даже. Вот, ага, собери и сядь нормально, доешь. Илья, сядь на попочку. Так, у нас время уже почти 5 часов, у нас только обед. У нас не был поздний завтрак, у нас не поздний обед. Ужин надо раньше приготовить. Тут просто занимались делами. Я не дурная. Спасибо. Спасибо. Я машинку забыла, но ее не включила. Я думаю, что она не работает. Я тоже, это дошло. Сейчас я включу машинку. Спасибо. Занимались делами, выгребали все. Спасибо. Углы с детьми. На здоровье, тарелочки. Тарелочки мы куда ставим? Раковину с тобой убираем. Все, покушали? Да. Так, а это, Илюшенька, что вы собираетесь сделать? А? Что вы собираетесь сделать? Футбол. Какой футбол? Нет, Илья, я тебе сказала. Мама пылесосить будет. Владюш, вы протрите мне пыль. Окей. Все, замечательно. Окей. Иди, окей. Грязнуля. А что такое грязная? Посмотрите на его ребенка. Иди, потом умывайся. Не могу. Вечно лижет. Да, Герда? Так, мы дома убрались с детками, ну, не то, что генерали, а просто убрались, помыли полы, пропылесосили, дети пыль протерли. Сейчас кто-то у меня получит прямо в лоб, я так чувствую. Ник, ну ты что, мышка, ты вообще борзеешь? Просто борзеешь. Что это же окно закрыть, представляете, Вероника у нас замерзла. Дальше готовим кушать. Я кушать сейчас хочу. Да ты что-то говоришь? Ты только что утоптала бутерброд и два банана. Ирина, становись на ручки, пожалуйста, сломаешь ручки. Я хочу супчик. Еще супчик хочешь? Ты все сразу хочешь? Да, хочу. Да, самое смешное, что сегодня была в втором магазине и забыла абсолютно про масло, что у нас закончилось масло. Думала, пожалуйста, как-то пораньше. Угу, как сунулся, у меня нет масла. Сережа бегал в магазин, покупал мне масло вообще. Уже. Так, фарш у меня готов уже полностью. Сейчас буду. Ты, Вероника, ты нормальная? Иди лучше хвостик заплети, дочь. Заплети хвостик. Растрепка. И банан доедай свой, давай. Давай банан доедай скорее. И буду чистить картошку на ужин. Хотела с детками пойти погулять на улицу сюда, вот на площадку на спортивную, а то у нас поливает на улицу мелкий такой приличный дождик. Зато гляньте, какая у нас красота на небе. Радуга! Какая большая! Вообще! Дети! Вот такая красотища. Только жалко, что, конечно, на улицу мы не попали. Хотела с ними прогуляться немножечко. Ну, видно, не судьба. Иди скорее радугу смотри. Так, у нас мелкие сели. Вероника, сядь нормально за стол, пожалуйста, не прыгай. Мелкие сели у нас кушать уже, помылись. Давайте быстрее. Илья, быстро сядь нормально за столом. Вероника, тоже сядь нормально за столом. Что это такое за крутасы? А ты не можешь там подвинуться в этом состоянии, Илья? Мам, меня подвинь. Сядь нормально за стол. Никаких роликов. Сразу говорю, сейчас сразу выключу все. Владик справляется только гулять, потому что сидел, как девочка. Я иду гулять с друзьями. Угу.
Давай, друзьями, вон твой друг. Тебя ждет. Твоя подруга. Подруга. Иди. Всем привет, зрители подписчики канала на YouTube. Сегодня мы будем снимать, как мы будем прощаться. Владик сходит с ума. А что ты снимаешь вам? Вообще-то да. Вообще-то я уже снимаю, Илья. Что вы там все попрятались? Замерзли? Нет. Гер, ты с ума сошла? Накройся, да, доченька. Нет. Ну не хочешь, как хочешь. Она берется за всеми. Значит, я снимать не буду тебя. Такой... Вот выйди. Отсюда. Вот выйди сюда. Туда. Выйди. Вот выйди туда. Покажись. Так, все, детки, покушали. Сейчас я покажу. Вероник, хватит кривляться. Спать пора. Вот у нее любимая привычка стала высовывать язык. Оторвать надо язык. А ему губами тебя кусать. Губами? Как зубами. Губами. Зубами. Ну, снимать она кривляна не будет, раз она в одних трусах валяется. Ай, Герда! Выйди, и все. Выйди, и все. Вот так, Вероника, будет с вами прощаться. Посмотрите на нее. Посмотрите на эту кривляную. Илья, потише. Можно селести? Это у нас вечерний заход у Вероники. Так, на этом с вами будем прощаться. Только что у нас был вечерний заход у... Герды. Герды. Теперь у Вероники. Теперь у Вероники, да? Ну, это вообще ужас. Это вообще можно? Вероника, тут даже что-то нельзя. Ну, что ты делаешь с собой, Вероника? Это все очки мои. Все, Владик, Герду угомонил. Потому что с ума сходила у нас. Начала бегать по комнате. Так, все, на этом с вами прощаемся. Всем пока. Так, у нас небольшой домашний влог, да. Потому что... Потому что у нас все было скучно. Потому что она сегодня дает целый день. Выпустите вы ее, кто дверку закрыл? Не знаю. Всем хорошего настроения, всем. Да. Пока-пока-пока! А ты хоть показался бы. Ку-ку! Вон она, белая башка. Белая башка.